Премьера фильма «Шестой пост» прошла в Астане. Кинолента повествует о подлинной истории, которая случилась в июне 2010 года. Тогда из Актаусской колонии строгого режима совершили вооруженный побег свыше 20 заключенных. Фильм снят по заказу Министерства информации и коммуникации казахстанской кинокомпании «Синема» при партнерстве с агентством «Хабар». Иван Тулинов побывал на предпоказе. Казалось, такое возможно только в кино, но в этот раз все наоборот. 8 лет назад из колонии строгого режима в Актау совершил дерзкий побег 21 осужденный. Реальные события из жизни легли в основу художественного фильма. По злоумышленникам открыл огонь часовой Ербол Отарбаев. По нему тут же начали стрелять в ответ. Оказалось, план побега четко проработан, и у осужденных были сообщники на воле. Солдата ранили, но и он попал по троим беглецам. Они погибли. Сегодня обладатель ордена Айбын третьей степени заново переживает те страшные события, но уже в кресле кинотеатра. Я никогда не забуду тот день, когда я был на посту. Это было неожиданно, так как я в тот момент был простым рядовым, служил в армии. Мне было всего 19 лет. Когда это случилось, главное было не растеряться. Но я справился, потому что наши офицеры нас подготовили. Мы отрабатывали такие моменты, но то, что их придется применять на практике, никогда бы не подумал. Передать достоверность сцены побега удалось режиссеру Серикболу Утибергенову. Главную роль сыграл Сануржан Сулейменов, известный по фильмам «Крылья, подаренные матерью районы». Вжиться в роль помогло близкое знакомство с героем. Я поехал к солдатам, проживал жизнь рядового, изучал, тренировался, смотрел, как происходят разного рода физические действия в виде сборки-разборки автомата. По всем законам военной драмы в сюжет включена любовная линия. Она вымышленная, но перед создателями кино и не стояло цели создать документальность событий. Однако одно осталось без авторского вымысла. Это то, что беглецы были последователями радикальных религиозных течений. В этом фильме мы постарались показать, что наши ребята, ровесники независимые, 19-20 лет, понимая свою задачу перед народом Казахстана, перед своей родиной, перед своими семьями, они ее выполняют, рискуя своими жизнями. Подготовлено две версии «Шестого поста». Одна в виде полнометражного фильма для кинотеатров, другая состоит из нескольких серий и будет показана в эфире телеканала «Хабар» уже этой весной. Год назад, когда Нацгвардия обратилась к нам с предложением о сотрудничестве, нам действительно предложили для рассмотрения несколько историй. И вот я могу сказать, что каждая из них достойна отдельной экранизации. Но уже в процессе самого производства, уже общаясь с творческой группой, мы остановились вот именно на этой истории, которая случилась практически 8 лет назад, события, которые затронуты вот в Актау, побег из колонии. Мы посчитали, что это история, о которой должны знать наши казахстанцы. И мы подробно о ней попытались рассказать в этом фильме. Премьеру фильма на большом экране казахстанские зрители увидят 15 марта. Иван Тулинов, Омарбек Изимов, Хабар 24, Астана.